Для бильярдки снятие врачом боксера из красного угла. Победа присуждается боксеру из синего угла Александру Куприянову, Ульяновск. А мы встречаем в ринге боксеров третьей пары. В красном углу ринга Борис Зарихтуев, Улан-Удэ. В синем Константин Апольский, Рязань. Первый раунд. Красного Гурика готовится продолжить бой. Боксер 1995 года рождения. Представитель 11-й отдельной 10-й штурмовой бригады из Улан-Удэ Борис Зарихтуев. Спортсмен, является мастером спорта России по боксу. Финалистом Кубка командующего ВДВ 2020 года в Новороссийске. Тренер боксера, его отец. Даржи Зарихтуев. Борис Зарихтуев, Улан-Удэ. Красный угол. Второй раунд.
синем углу ринга готовится продолжить бой представитель Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища из Рязани Константин Опольский. Боксер 2001 года рождения, кандидат в мастера спорта России, финалист первенства России среди боксеров 19-22 лет. Тренер боксера мастера спорта СССР Герман Игнатьев, Константин Опольский, Рязань, синий угол. Третий раунд. К рингу приглашаются боксеры четвертой пары. Илья Юлантьев, Кубенко, Артем Котенов, Устурист. Четвертую пару судят рефери Першин, боковые судьи Мамочкин, Шишенин, Галицкий, Туманов, Умников. В этом бою победу по очкам единогласным решением судья одержал боксер из синего угла. Константин Опольский, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Рязань.